хил и не спит. Хит. Хил и хилт. Хил и хилт, да ты дамажит. А как дамажит, если хил и хилит? Значит, ты дамажит. А чё это, бисовый посох никто не ролил? Вы чё? Ну он чуть-чуть похуже, чем клятва героя. Никто не хочет минус 100 получить. А это чё было? Унеби. Да ну его, мать. Это был Тензе. Блядь, патруль хуево ходит. А если этих крайних вообще не убивать, чего он их позовет на помощь или что? Да. Да, мы когда-то первый раз, когда пришли сюда, он всех призвал. Самые умные. Ну, вам интересно было, как кто сделает просто. Не-не, я представляю, если бы они не агрились. Какая-нибудь сова там, блядь, случайно залезла. Отойдите от такой. Сейчас дальнюю выцепим. Давай. Готовимся контроль делать. Без клива. Контроль. Что за лайки? Меня за контроль. Лоха нам. Дим, чекай флэр. Блин, хочу всплеск яда нажать. Контроль. А, молодцы. Что? Гера была. Реши мне что-нибудь, а? А то мне листать высоко. Бля, я не понял про 20%. Ну напиши. Напиши мне плюсик. Где искать скрипучки. Так понятнее? Они что, в реплике? Понятней. Ты вообще мощный, кстати. Как предложение? А тебе раньше это горят сильно? Да я думаю, сегодня в целочку сбегать. Обычно. Полки покупать. Потому что заебалось уже, да. А у меня как газ два выходных. Ну как два выходных? Сегодня я уже отработал и завтра выходил. Да ладно. Если что там за предложение такое? Так, поезд сюда. Давай. Я... Спирит, это... дай поезд. Я жду поезд, короче, давай сюда. Какой поезд? Сзади патруль. Садитесь поезд, от патруля, отойдите от патруля. Поезд мне надо. Давай сюда. Какой поезд? Гони поезд. Гони тебе. Зачем вы эти рецепты не едите вообще? Не понимаю. Шесть голды. Такие... У меня этого нет рецептов. Шесть голды. Такие реги. Я изучаю, вдруг потом нормально что-то сделаю. Масса не бьем. Контролем.
Не, я меч делаю себе. Катан. Я тебе шизик убил. Убери свой вихрь. Убей шизик. Упс. Так. О, да, о, я доволен. Это что было? Это звездопад. Не-не-не, до этого что было? Что у меня дамаг плюс 50%? Да-да, я скарчик. Аня, ты как-то нормально, да? Ты по пол лица оторвал. Что, живых танков нету, да? Танки у меня есть. Поднимаю танк. Я на хищник. Контролим. Так. Ну ты книжку чтобы этот и потом. Как одна сова завалила полуэйд? Пол. Я двоих лепнул. Блин, сколько хонора накапал? Нормально. 50. У меня как бы цели лучше, чем у тебя. Вот ты убил кого-то. Хайтона, Шизика, Компота, Данича и Элохила. А я убил Аню как бы. Ну да. Ну вот кого он убил, припомним ему, да? Дима, меня замени. Там номер как раз есть. Я не хотел. Левай. Сейчас отключу. Да. Ты же в курсе, что ты так никогда не заберешь? Если ты будешь так делать. Как, подожди. Ну вот так, ты уже второй раз так делаешь. Ты не заметил эту хуйню, не? Я заметил. Какой хуйни? Чего я делаю? Ты не получил Т5 в прошлый раз и точно так же сказал на замену мне. Нет. Окей, иди, все, иди. Это второй раз уже. Чё ты несёшь, блядь? Чё ты, блядь, придумал нахуй? Я не придумал, я тебе говорю серьезно, ты второй раз точно так же делаешь. Иди, Немор, у рейд. А ты как вообще редко играешь? Что на хит висаешь? Так, самоно или Немор? Так, смотри, значит, лок. Здесь уже босс немножко может вайпнуть с твоего косяка. Получается, твоя задача. Тут сразу бьешь босса, стоишь на черной площадке. Я тебе сейчас поставлю, покажу сейчас, куда стать. Примерно. Веруня, твоя черепок контролишь. Приставал, дайте. Иди сюда. Значит, смотри, у него есть спелл, дебаф и вешает молнии. То есть с дебафом тебе нужно выйти от рейда. Но ты будешь стоять все равно на черной площадочке, подальше от всех, на всякий случай. Тут появляется два жреца. Один жрец будет с черепком, второй жрец будет без черепа. Тот, кто без черепа, ты кидаешь фир по КД. То есть твоя вся задача на этом боссе кидать фир на одного моба. Понял? Все, в принципе, ты не бьешь босса, ты просто тупо фиряешь мобик. Все, больше тебя тут нету никаких заданий. Без черепа, да. В три хила справитесь? Изи. Забафайте номера. А его разве не в одного танка ходит? Ну, желательно одного. Данич спекнулся без ума. Без ума тоже спекайся в ДД. Фига себе. Блин, Данич, я думал, у тебя ДД получше, блин. Дверь тупо 100к. Почему получше? Почему Войт не вытанчит, ты думаешь? Да вытанчит? Я про ДД говорю. Нормально все. Чек на готовность.
Стойте, подождите. А, неплохо, топ 11 звучит. Не скажешь, что-то понятно в огонь. Все, поехали. Нехер эту кубу заводим. Давайте Геру, у кого есть она. Разбуди меня. Вон, серб, видишь, челик отошел от рейда, потому что если будешь рядом стоять, вдвоем залетите, ты-то выживешь, а другой челик не выживет. Хайтон вышел. Вот, это под контроль. Я тоже. Вон без черепа контроль. Остальные все в черепок играем. Фир давай ему там по КД. Ну? Алло, блядь, серп! Сука, контроль без черепа, дебил! Ой, блядь, тупорылая ты сошка ебаная. Рагнадру вышел. Вот твоя метка, лол! Орбидол, блядь, квадрат. Вот он спал уже нахуй. Контроль просто ебучий круг! Хули ты, блядь, стала, дура! Веруня вышла. Серп, видишь круг? Теряю его. Сука, хп бары включи, ебаные, блядь, боссы и трэш, сука! Жрица, бить. Букву В английскую нажми. Гим, ты еще больше на фена становишься, похоже. Так если он долбоёб, нахуй, тут паладины чисто засейвили. Вот эту хуйню паладины молодцы. Просто охуеть. Круг. Контроль. Подними меня, Яна. Ладно. Поднял уже. Как этот ранг сдул? Меня чародейские стрелы въебали вместе с меткой. Дайте баф. Леджек. Он мне в ПМ пишет. Грипните череп. Вот, затяни немного в центр босс. Да ничего.
Это надо было вчера так на лище кричать. Может быть, били бы. В итоге-то он справился? Черепок. Даня. Даня. Топ 11 бегает. Дайте Геру. Мы жрецов играем только. Мана села. Ничего страшного, тут нечего хилить уже. Иди покури. Ой, своей любимой залил. Нет, она меня просто в таргете взяла. Чисто запомни цель. О, мусор. Там ты чешо. Топовый мусор. Шо, Дима? Карточка гнила. Виктор, отойду пока. Ну, запрыгни. Ой, я там 500 поставил. Ну, не важно, никто не рулил. Скажите, а потом, вы что, анхолики? Безумно, это анхоль? Он был анхолик. Ну, вообще он анхолик, но он не может пока ходить, потому что у него только две части, это Т5. Влад или Фрост можно в 25 ходить. Тебе-то нахуя шесть такие? Ну, вообще лучше с РС, но я этим потестил. Блять, бегай за РС лучше. Окей. Так, тут, по-моему, милишников, да, надо бить? Конечно, милишников бить. Подвихали лезть. Да я тут как долго не был. Дима, сбегу пока. Mm-hmm.
бежать попозже, наверное, можно было. Когда Локу будет тактику на ласта рассказывать. Может, поменяем его? Надо. А ты сюда в первый раз пошел, тебе никто так не говорил. Манить. Давайте тунгу поменяем. Кстати, я его, знаете, у меня такое предчувствие есть, что он на первом же фениксе, который упадет в РД-зону, он умрет. Ты вспомни, как мы сюда на освоение ходили, это вообще жесть была, милишники эти. Не, да на фениксе. Бомбы ловили, там Саня сгорал сколько раз от этого. Да вы на фениксе не ходили, у меня третья карта, что-то карта была еще. Пол рейда на бомбе там помирали постоянно. Ну помню, это Тор постоянно, долбаные милишники и всякое такое. Кстати, кто в курсе, тут же не как в доте, да? Ну, то есть автоатака, она мгновенно происходит, то есть ей не нужно время на анимацию. А к чему это? Ну, например, вот смотри, если локом, допустим, демоном ты стоишь вблизи и автоатакой бьешь между кастами, это же не понижает твой ДПС? Нет. Или если ЛМом стоять, автоатачить между кастами? Это твои автоатаки, оно ничего не даст. Ты там надамажишь, блин, 1010. 1010, знаешь? Нет, ну там у... Феникс улетает так вот на 1000. У демона просто есть этот скилл, там теневой колумн. Он мало, правда, бьет. Еще по 3, наверное. Ты думаешь, делает на него макрос или нет? Там на теневой колонне, если он ударит, то ГКД повесит на спал. Нет, ты чё, он там как этот, как удар героя работает. Ну, судя по описанию, а как на самом деле, я не знаю, я ни раз не использовал. Ну, там же надо под босса сигать, потом опять отходить будешь, это ДПС робот теряешь. Ну не знаю, ну ты в смысле сигаешь с рывка и потом на портале обратно. Тунга, тебя не смущает, что даже я, блядь, взял и прилетел? А ты, блядь, сидишь в Долоране. Сейчас прилечу. Ну смотри, вот ты портал использовал типа. По порталу, у тебя все равно как бы сразу ты кстати как появился, не можешь. То есть это ты один типа... касс теряешь. У тебя один касс, это ДПС только же, сколько ты там этим колоном дашь. За все время этого курса под боссом. Ты одним кастом столько же выдашь. Да мне что-то кажется, что тут колун как-то хреново работает. Я как-то один раз его нажал, мне что-то 3000 он ударил, мне очень не понравилось. Он намного больше, да, должен давать, он мало вообще. Если бы он 1000 по 10 хотя бы бил, можно было бы использовать. Шишим локом, дайте, вообще нормально. Так они же планировали, типа, охотника на демонов, типа... Да, типа в одной руке шим, во второй посох, да? Ну, не, ну планировали они как бы его сделать тканевого милишника, короче. Я думал, они кожаные или кольчужные. Ну я не знаю, но я тогда на форуме где-то читал, что они хотели тканевого сделать милишника с шеемом, короче. Как-то нофи они кожаные, да, были.
Мне вот интересно, почему для локов шмотку 290 не сделали. Для всех сделали, для локов нет. В смысле, какие плащи же 290 есть? Ну, я имею в виду, типа реликвии что-нибудь там, катушку какую-нибудь там, не знаю, апнуту, еще что-нибудь. Ну, вот у вас за это место... Или жезл какой-нибудь там. У вас не стоит, у вас жезл, типа. Ну, магов, что ли, тоже что-нибудь делать? По-моему, что-то такое есть. Не, так оно есть, если ты его с босса выбьешь, а то из-за ОД ты там не возьмешь, как, например, это вот. А, ну это не только локи, маги, ханты, у ханта тоже нет. У нас только я хилю, потому что это жесть какая-то. Ну мы в одного хила идем на теле обычно. Хилы не хили. На визе проходит. По тебе почетная миссия хилить одной. Да я не против, только у меня маны села. Дима, сколько там стоит, надо хосты набирать? Стове хосты? Ну, что-то просто я где форумы читал, там везде пишут, там 500 примерно, 400 надо набирать. Нет, это мало. Ну, я бы советовал вообще оптимально для Т5, тем более, 900 ну, собирать. 900 а там разве меньше хватает. Может получиться? Там же когда такой гир собираешь, там... Да у меня даже нет, у меня где-то 700 с хером, типа, это мало у меня. Ну, мне почти 900. Бей камнями. Это делать мне ничего со мной. Чё? А почему у тебя так мало? У тебя чё, шмот? Для карта будет нормально. У меня... Да, кстати. А я не помню. А может сейчас больше? Это да. С этими был. У тебя это только одна шмотка с духом. У меня кольцо ещё и обычное. Ну, с меткостью, ну, две шмотки. Сапоги вообще, типа, топовые. Не может быть так мало. Ну, конечно, может, ладно, 800 помню, где-то, но 900 у меня точно даже не было. У нетоповых даже фаермагов 1000 хосты сама собирается. Нет, ты чё. Фаермага, блин, хотя бы 800 собрать. Уже заебись. Ну, не знаю, на дырку ли у меня что-то там... Не, на дырку ли это дырку, там 1200 легко апнуть. Ну, я говорю про то, что ну тут, наверное, другие тринки просто берутся. Да. Да, только чешка 150 дают. А тут можно кроме чешки что-то брать. Даже в моем говношмоте 900 хосты. Здесь считаю еще хостами длиннее работать, чем на других серверах. Надо больше собирать, чем на других. Я вот был шаманом, как-то раз набирал 2000 хосты, и у меня все равно ИКД не уходило. Рыбку поставил, лестница пахнет. Я не работаю вообще почти. Я говорю, поставь вообще. Он говорит о том, что хосту не надо ставить. Ну, шкаф поставь. Таких количеств. Так, разбуди меня, стой.
Так, вот тебе что на фазике Лисета? Феникса или Келлия будешь держать? Вот, да, что, как хотите. Келлия можно. Келлия? Ну, Келлия так Келлия. Безумно, да, ничего, на трэш. Вы их не бьете, босса только заливаете, да? Я так понял, фроста нет в риске, да? Мы их будем бить только когда на 50%. Я их не фроста, чё? Или тебе нет фроста? Сколько фростов было, куда они все делись? Фу, бомж без фроста. Успех на все фрост есть. Просто мать без фроста пека, что за бомж? Какой фрост пек? Дурак. Это вопрос, а дрянные убили кап, что ли? А, ну да. Понятно. Кому надо, починитесь. Так, разбуди меня, будешь на рамбе сидеть, когда она откроется, одиночная. То есть, когда все будут на ромб, Герончик тебя будет хилить. Значит, казна я с Ирония на тебе. Безумно не забываю черепу выводить. Так, от Светокрада. Лок. Серп. Бля. Да это нет смысла тебе объяснять, ты не понимаешь меня вообще. Короче, так. Значит, для других адекватных, напоминаю. Звездочку сбегаемся. Анонсшор ДД либо мили. Отходим влево. На второй фазе 50%. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая справа. В принципе, все. А тут три танка обязательно или можно в сове подамажить? Нет, тут желательно в три танка. Рисковать не хочу. Дима. Чё? Дай флажку на ДД обычную, это неохота топовую тратить на 10 минут. Давай, блин. Саппорты перепивайте, кстати. Ну, хилы могут оставить. Я на дру нашел. Преврати в сову. Ты дурак! А чё? Это такое уже было, или дежавю у меня. А выдурок, вот. Выдурок. Ты на маге, понятно. Выше зиг дурак, блядь. Ты так быстро портки не меняешь, что за тобой никто не успевает. Пиздец. Посох там не забывайте брать, слабенькие ДДшники. Это и тебя касается. Я знаю, что это меня касается. Без тебя, блядь. Все, все готовы. От Светокрада нужно убегать, какую цель он выбирает. Добро пожаловать! Шпинтик, выхватишь первый. Сейчас посмотрим. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выстрелить. Я его оттанчу. Безумно не забудь, когда откроется маг, забери мага на себя сразу. На этой фазе. Аня. Сельдерей. Сайбот. Так. Сейчас бурсты нажимаем на крестик. Крестик в крестик. Меточку в меточку. Крестик. Бурстин.
Главное не перепутать. Так, сейчас дистанцию. Мелишники в спину рейда, роты, хилы, дистанцию друг от друга набрали, безумно забирай. Остальные хуярим по ромбику. Так, сначала бомба, потом бьете. Яна, отойди. Так, Войт, давай к звездочку становись. Лови, готовься, трэш. Безумно, череп. Да, ничтоже, давай звезду. Ловим. РДД по черепу. Никита, подними ее. Как ты умудрился? Веруня, дай СС на ланфрен. И Инер, залейте вдвоем. Бафы по ей дайте. Грипните лук ближе, чтобы был. Ты говорил, он на выходных зайдет, этот олух? Ну да, ну да. Может, на Джайна сходим. Посох грипнется. Вот лок. Бьем посох, и его нужно лутануть и одеть. И нажать. Светокрада сейчас бурсты сливаем. Потом РДД играет по ромбику. Так, где там мой этот? Разбуди меня, ты где? Иди в ромб. Не забывай там фаер щит вешать себе. Ебашишь тупо ромб. Сразу бурс в нее вливаешь. Там ДК ее закрыт. На стританк. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя. Ебашим бурсты. Поехали. От серба убегай. Я же говорю, бесполезно ему говорить что-то. Он не учится ничему. Скарщик, беги. Не на... Только не резайте его, он нам здесь не нужен. Аня. Ты что, СС еще на себе повесил? О, господи, помилуй мою душу. А вы говорите, блядь, не кричать, ну... Может, не крещеный просто. Я на бейфе. Который вот так вот косячит, не понимаю. Просто, блядь. Не хочу даже говорить. Скажи, Димка, а ты никто не хочет отдавать, да? РТД по рамбу играйте. Гимн на ХП с Айбон, дай. А чё, вымер? Дурачки вы, блядь. Это вы раки. Так, Неймер, Скарчик, сами вставайте. Хайтон, БР по Шизику. Войт, БР, не Сайбота потом. А нет, Войт, ладно, отдыхаю. Яна, резни Сайбота. Да дистанцию вы наберите, господи. Да, да вставай ты уже, ёбаный.
дядя. Никита, ну ты мог бы себя захилить. Ну почему ты себя не хилишь сам? Ну, блин, объясни ну, мне. Ах, ну блин, ну блин. Этого. Да нахуй ты им нужен? Я почему-то, блядь, не выебывался на лече вчера, я хилил заражение, блядь, в сове. У меня есть хилы, и что? Мне похуй, что у нас есть хилы. Хиль сам себе. Войт, подними, пожалуйста, Рональд. Буду хилом, буду сам себя хилить. КД? Морда добьют. Хорошо. РДД по треугольнику. Я в шоке, блядь. Фулбав, дайте. Бомба 5 секунд отошли. Лови босса, Ллойд. Все в звезду. РДД в звезду, да? На платформе, на платформе. Там, где стоит, там танч. Все остальные в звезду. Влади, Коснояс, Гера. Зачем мне частицу дали? На пол дайте, на пол дайте ему. Я круче танчу, да? Частицы потом. Не забываем, перед МК пухи снимаем, милишники. И контроллер раздаем. Контроль, пухи сняли. Не кливаем, без клива играем. О, найс. Без клива. РДД отошли, РДД. Да не поймай Феникса, мы походу краш. Альт F4, перезаходи зато быстрее, если краш. Мне задаёт срочно. Милики, Каз, сбивайте. Контроль, готовимся. Пухи сняли, милишники отошли. Ну, у нас есть рост, а у Роги контроль. Это занимает энку. Контроль за контроль, все. Блять. В тайне восприим. Сон, кидай ему. Все, все, Никита. Я кину. Ага, хорошо, Постер. Хорошо. Минус, разбуди меня. Феникса, забери. Выведи, босс. У кого есть инер? РД, вышли. Не. Понаглое надо дать. Понаглое. Я понял. На взлётке, да. Давайте 20 секунд 3%. Потом играем по фениксам, те что сзади. Появляется яйцо, играем яйцо. Феникса играем? Яйцо, ребята, яйцо. Похуй на того Феникса. Следующего Феникса, потом яйцо. Давайте, давайте. Яйцо. Фига, я залетел.
Давай, нажимаем, нажимаем. Лево-право, рассосались. Добейте яйцо, кто может. Ага, ладно, похуй на него. Дистанцию, близко к боссу не подлетаем, ниже головы не опускаемся. Безумно ты отлагал? Да. Отлично. Не сбегай. Вставь центр. Каст. Тунга, сбивай касты, заебал. Энка. А у компота в России, ну вот он не стоит ничего. Мили. Мили вышли. Слава, прям надо в кружочек ставить этого босса, чтобы он именно ровно по центру был. Дистанцию наберите. Сразу не сбегайте, когда падаете. Мерзешник, потом на ХП крикнешь. Вот ты бы не отлетал так, но это слишком далеко босс. Спасибо, стоял около 5 секунд. Заводи его туда. Жизнь. Они могут дальше. Феникс вышел. РДД зона. Дистанция. Близко к слабам не забывайте, не подлетаем. Зачем он меня все вверх и вверх подтягивает? Слишком низко опускаешься. Да нет, я даже опуститься... Я тебе пирог кинул, все, ты не умрешь. А вот то, что вот эти два человека сдохло, это хуёво сейчас. Так ДПСа нихуя нету. Кузура жирных есть, нет? Я вставал уже, меня так же убило. Ничем. А, да, вон вижу. БР ни у кого нету? Меня. Хайтон 50 секунд. Так я мертвый. Вердру минута. Хорошо. Ты где поднимешь? Я хайтон на... подниму. Вышли РДД? Не-не-не, наоборот, хайтон Аланфрена, а хайтон Рагнадру. Рагнадру, наверное, Тензеру потом поднимешь. Если мы доживем, конечно. У меня полторы минуты еще. Понял. А, ладно, значит без Тензера. Косноярс вешает лок, серп. Косноязычие красная такая хуйня, блять. Хуй его знает, как тебе объяснить. Блин, кони мой веруйня, что там. Шизик, прожмись что-нибудь. Вон,
Найди на панели пока и кидай пока Д на босс. По таймингам. Падение 2 секунды. Хайтона, да? Да, да. Косты гикать, не забывайте. Ирончик, ты не мог. Мелики, мелики. Подними, наверное, Немора. Я уже кидал, кинул Б, я хожу. А, Хазур, вставай. У меня нету. Посмотри, может, ты не прожмал. Нет, нету. Я не тебе. Прожал, все. КД висит. Дистанция. Ладно, добьем так, наверное. Если в Берсу не войдет. У него нет Берсу. Я знаю. Но этот может. Тут у нас все может быть. У нас ебаные себе, у нас все может быть. Могу кого-то резать. Немора. Он далеко. Можно подхилить немножко? Безуму упал, его надо резать. Да, нет, безуму резни. Если есть возможность. Один хил остался. Кайте там этих, Даня, кайте их. Дайте Геру еще раз. А, шаманов нет, сука. Фул босса. Хард мод ебаный. Миль РД зона. Вставай. А самана нет. Да я встать. Дожимай. Да ничего, захильте, да ничего, захильте. Нормально, все надамажим. Пиздец. Давайте, РДД, работаем, ау. Выкатываем со двора. 7 человек буду пинывать. Ай-яй-яй. Надо килом лететь. Ну сейчас все погибнут. Давай, Лэджек, там, Шизи, Хайтон, Компоти, давайте. Страна смотрит на вас. Так, на Лэджека не смотрит уже. Кайтинг, кайтинг. Давай, три ляма, что там добить? Вам, блядь, это... РБК-босс, РБК-босс, давай, ну. Милизон, отбегите. А-а-а, да, я ничего сложила. Ладно, ложись. Что вы закосепорили изначально, вот. С первой взлеткой. А вот. Кто близко возле босса, может сразу вставать смело. Для меня 5 шаманов, у него одного тотема возрождения нет. Че разглядываешь, Хайтон? Давай тоже беги. Ага, не обгонишь. Срака, подожди. Ну ладно, за каким-то другим приходим. А смысл этого тотема, если он когда мертвый, не сможет его одеть, а смысл его одевать во время боя? Ты чё, круто же, 5 минут КД. Так, смысл, он будет просто так в сумке лежать? Литр, пойдем со мной ЛП отмывать после этого? Не. Я пойду пока жопу подышу. Ну, просто не знаю. Мне одна катка осталась, не всего две дали почему-то, я хз, почему. Мало тебе дали, но было 8 давать. Хилу тотем, сколько Макс, там дает? 5, нет? КД, по-моему, обычно. Лан Френ, а ты куда его завела? Я хотел отойти тоже, на секунду. Так куда вы, блин?
Магия хитеры. Отошла трусик. Не, ну куда-нибудь на джайну нормально такой тотемчик одевать. Там долгий бой, ты можешь раза три возродиться с ним. А нахуя? Дзера, блин. Обязательно умирать надо? Ну, мало ли чё. Просто с пула пошёл, спрыгнул, короче. Чтоб тотемник был. О, тотем. Блин, у вас такая халява, у других такого нет. Так, а смысл его одевать, то что он говно? Лучше свой тотем обычный одеть. Потому что этот бесполезный будет. Ты ебаный процент, блядь. За хули ты сдох? Я, кстати, не понял, почему босс в таргет брал Рагнадру? Когда он был уже мертв. Ну, наверное, после смерти убить. Тихо. Слава, ты на трэше будешь на фазе на келе. Безумно на босса, чтобы магический урон получить. Шкафы поставьте. Веру не СС на Ланфрену, серп СС не на себя, а на Рагнадру. Может кто рецепт на почту скинуть? Как он называется? Свой рецепт. У-у-у! Ой. По-моему, не фулба. Давайте фулба. Пристабаф, МП5, кулак. Начнем. Блин, лук отобрали. Кулак под ока. Я по охотнику. А, уже проверка? Сейчас, секунду. Сейчас нажму. Нет, проверки не было еще. А у нас в кулаке АФК походу. Да, я не чувствую, что каски бафа. Секундочку, у нас один паладин, по-моему. Два. Геронсис и пуху. А, Геронсис, да. Точно. Сейчас пуху одень. Давайте, блядь, быстрее. Пухи одевайте, кто менял там посохи, хуёсохи. У всех кулак есть? Геронсис, ты шо пуху не одел, а? После уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Святокрада Таудрана. Готовьтесь! Мурсты.
чуть не забыл, скиньте в защитку от тёмных случайно. На автомате уже. Дистанцию, милишники съебали. Другой скин. Папа поменяли. Можешь ты ему кулак повар? Нет. Вдаль отойди и крикни себе. Бафнули? Десятку дали. Ну, хватит. Ему китайский кулак дали. Персональный китайский. Да, 10 минут. Сначала бомба. Танки ловите, трэш. Видите, оружия у меня предостаточно. В череп корды, да. Грипните просто. Дистанцию сразу наберите, чтобы на вас бомба не кинула. Зачем ты ланхолики? О, уже нет. А вам тоже даст память в чат, что это? Что я лутал стрелы? Угу. Бурсты. Сайбот. Just Gale. Лоджек. Сайбот, тучку. Захильте сайбота. Далеко отходишь, не веди на бомбу, нельзя на бомбу водить. Жадница. Скарщик. РДД по рамбом. У тебя ранг есть?
Захитим номера. По инженеру. Безумно, иди уже к боссу. Никита Эйнер по Геронису. Бомба. Звезду все. Безумно, лови босса, ну. Гера. На пол дайте, руки. Кастнеяс. Каст. Контроль 5. РД вышли. РД вышли. Контроль пухи сняли. Готовимся контролить, блять. Овцуем, феряем. Не кливаем под боссом, не кливать. Кота, кота успокой. Кота успокой. Без клива играем под боссом. Не луч! Какой нахуй луч? Ты чё юзаешь там, блядь? Умник, вот Джек, блядь. Тупой сейчас попал рейда. Теперь можно. Пухи сняли. Милики, милики, милики. Контроль. Одна секунда. Покоритесь мне. Не кливать под боссом. Хотя под боссом можно. Сайбота, законтрольте это. Киньте в овцу. Маги. Быстрее. Выведи в центр безума. А, ты и так там стоишь, я понял. Извиняюсь, у меня телефон был. Берить не надо было? Ничего? Не надо никого, никого нет. РДД отошли. Хотя... Бер не сайбота. Давай, 5%. Добиваем. Фурион. РДД на танке, на танке, которого. 2%. Контроль. Сейчас они упадут с контроля. Упадут с контроля. Контролим. Феникса играем. Вот этого. Звездочку. Законтрольте, законтрольте. Контроли. Филика не убьет их? Их не тронет. Яйцо. 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 Ладно, все, не надо играть по Фениксам, давайте по Кельтоосу. Первая, 3 лево, 2-4 справа. Данич, уведи их оттуда, Мишка. На фиолетовой платформе там танчишь. Дистанция по площадочке, ну. Но дистанция. Низко, ниже головы не спускаемся. Близко к столбам не подлетаем. Кто может хилить, тот подхиливает. Маги, блядь, аркан шилд.
Остальной кулак обновить. Падение 5 секунд, готовимся. Не сбегаться. Чуть дальше стоять. Населенные летит. Кто рядом с ДЦшкой, лучше. А, все нормально. Косты кинь ему. Простишку. Теперь можете фаер шилд ставить. Че там, Берн, Берн? Ах, хуй ты. Как бы 14к? Ладно, 13. Мне показано 8. Где ты наебаешь? Мне рекаунт показывает 13. Привет. Рекаунт пиздит. Блять. Рагнадор, мне рекаунт показывает то, что даешь 23к. РДД зона. Разбуди меня! Дистанцию набрали? Аркан шилд маги. Дистанцию наберите, ебаный урод. Друг от друга должна быть дистанция. Да блять. О, 22 уже урона друг. Падение, готовимся. Не избегаться. Я наподниму Рагнадру. Захиль тебя будет бис. Где? Вот я валяюсь в центре. Вон псина лежит прямо рядышком. Шизика, дай босса, еб. Шизик, блядь, чаржем. Сделай в кого-нибудь и скинь себя агро. Могилу, например, сделай чарж. Бесполезно. Яна нужна, блядь. У кого есть? Я не тебе. Я на тебя СС есть РДД? РДД? Нет. У тебя нету СС. У кого есть БР? Блять, РСХ и то проще убивать. Ой. Нет ни у кого БР, да? У меня есть. Ланфре надо будет. А, Войд, да? Угу. Подними... Да пофиг, круг на другую сейчас подними. А вы еще живы? Я вас вообще не вижу. А Рагнадру поднимет Яну. А, Вова. Только не сдохни, да Вова кожу нажмил, ёбок. Ой. Добивайте, блядь. Ебать. Так это чё, угораешь? Мне кажется, это и ГП, как бы. Танки заберите эту хуйню. Сюда кольцо. Сука, говна не лут. О, Тунга, ты чё, на Джессике, что ли? Проснись, ты сидишь, как бы. Тунга, хочу заметить, что лок новичок больше тебя надамажил. Потому что я сдох. Ну, это уже не важно.